Кристи, Бруклин не знает, что вы начали искать женщин, которые спасли вашу дочь. Рада сообщить, что они сегодня здесь у нас в студии. Вы готовы? Что чувствуете? Я волнуюсь. Волнуешься? Да. Они приехали. Тина, Дженнифер. Выходите. Привет, милая. Все хорошо? Да. Здорово. Как все закончилось? Когда вы встретились? Мы встретились в гостинице в 6 утра. Значит, утром. Да, в 6 утра. Тебя привез брат? Да, пришлось оставаться в гостинице до 6. В Хутерс. Да. А вы тоже приехали в Хутерс? Нет, мы встретились на следующий день. Я помогала паре мужчин, когда вы нашли Бруклин. И меня не было там. Большое спасибо, я не знаю, что бы она без вас делала. Вы так помогли нам. Мы все оказались там не случайно. Я рада, что мы смогли ей помочь. Правда, рада. Большое спасибо. Мы остановились и увидели, как она плачет. Она не знала, где она. Почему никто не остановился, чтобы помочь девочке? Во мне проснулся материнский инстинкт. Понимаю вас. Большое вам спасибо. Я не знаю, что бы я делала, если бы с ней что-то случилось. Мы бы этого не допустили. Мы бы ей помогли. Спасибо. Большое спасибо.